Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Кестель, нашел здесь три квартиры двухуровневые, 5 плюс 1 и две квартиры 3 плюс 1 по очень хорошей цене на первой береговой линии. Покажу я вам сейчас инфраструктуру, потом поднимусь и покажу вид с этих квартир. Так, дорогие мои зрители и подписчики, здесь у нас зона барбекю, беседка. Вот. Просторный сад. Детская игровая площадка, генератор. Вот. Рядом дорога у нас. Так что шум будет. Строят пока объездную дорогу, потом все это перейдет на объездную дорогу. Тут велодорожку сделают на первой линии, для мотоциклов, кажется, будет. Так, дорогие зрители, здесь теннисный стол, крытый бассейн. Размеры скажу сейчас, сколько тут. Метр, метр, два, три. Где-то 10 метров, 8 метров в длину. Не запустили в этом году, так как мало жильцов. Здесь у нас фитнес-зал. Мало оборудования, не пользуется. Тут у нас санузлы. Сауна работает. Теплая. Покажу вам территорию. Тут два блока. Айдар 230 лир на данный момент. Угу. Открытая парковка у нас снаружи. Вот большой открытый бассейн, который я вам покажу с высоты этого проекта. И также садик в той стороне. Вот такой лифтик, 5-6 человек может вместиться. Давайте начнем с этой стороны. Это самая близкая квартира к морю. 3 плюс 1. Так. Здесь у нас прихожая. Можно установить шкафчик под лесенкой. Широкие двери, которые ведут в гостиную комнату. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Вот видите, на первом этаже вроде есть уже в двухуровневых квартирах в основном санузел без душевой кабинки. Так, большая гостиная комната, совмещенная с кухней. Да, керамика, гранит. Вроде закрыто. Шум маленький есть. Откроем. Шума стало побольше. Балкончик. И вид на море. Тут у нас парк. В той стороне тоже парк. Пляж еще раз покажу. Где-то он скалистый, плиты вот там где-то, где-то песочек, гравий. Вид на горы и соседние здания. Здесь прихожая второго этажа, второй санузел,
Форточка тоже есть, нормально. Маленькая комнатка, не знаю, скажем, детская спальня для одной кровати маленькой. Так, где-то 9 квадратных метров тут. Это у нас первая спальня. Закрою двери, чтобы слышать, если показать. Да, если поставить алюминиевые окна, это пластмассовые, то шума уже не будет. Так, это терраса. Туда я сейчас вернусь. Здесь у нас хозяйская спальня с санузлом. Тут шума большого нету. Вроде изоляция хорошая. Угу. Выхожу на террасу. Вот такой вид. Красиво. Кестеле строят пятиэтажки, за это считается элитным районом, и цены тут высокие, чем в других районах. Также Каркаджак тоже считается такой же, как Кестель. Пятиэтажки там разрешает мэрия строить. Черепица у нас крышка. Но терраса большая. Пошли дальше. Скажем цену. Так. Угу. Да, дорогие зрители, цена этой квартиры 173 тысяч евро. Первая береговая линия. По запросу нашел двухуровневую квартиру. Сейчас покажу другую квартиру, такую же, рядом. Ее цена тоже 173 тысяч евро. А также осталось у меня тут шестикомнатная квартира 5 плюс 1. Сейчас показываю вам. Плюс 1. Входим. А здесь планировка другая. Нету душевой кабинки, видели? 3 плюс 1, но без душевой кабинки. Гостиная комната такая же, как там. Ну, немножко подальше от дороги. Так, квартира, вот этот балкон. Виды почти одинаковые. Поднимаюсь я на верхний этаж. И вы со мной поднимайтесь. Так, здесь прихожая. Сюда можно установить шкафчик. Покажу сразу, здесь какая-то проблемка. Где-то протекало, это нужно отремонтировать. Так что хозяин квартиры все отремонтирует, если выберете именно эту квартиру. Здесь санузел. Тут спальня, планировка по-другому. А спальня здесь побольше. Интересно, вот эту спальню они сделали большую. Это звук от обуви. Итак, сейчас я вам покажу шестикомнатную квартиру 5 плюс 1. Она больше всех, я думаю, что вам понравится. Сторона здесь была южная и восточная.
Тут у нас восточная. Значит, 5 плюс 1. Входим в квартиру. Сюда устанавливается встроенный шкаф. Так. Здесь снизу у нас гостиная, совмещенная с кухней. Вот. Тут вроде алюминиевая, но двери пластмасса. Есть роль ставни. Вот бассейн. Вроде живут везде. Вот люди идут. Так. Если застеклите, будет вам еще одна комната. Итак, здесь их очень много комнат. Сейчас посмотрим. Здесь санузел первого этажа. Сюда шкафчик. Закройте, будет хорошо. Первая спальня, которая находится на первом этаже. Тут как минимум 1,5 квадратных метров жилых. Я уже перестал брутто говорить, если заметили. Так, здесь у нас второй санузел с душевой кабинкой. Прихожая второго этажа. Ну, большая. Вторая спальня. Так. Третья спальня. Тут выход на террасу. Здесь как бы кладовка, сюда устанавливают вода, стиральную машинку, видно крепость Алания, отсюда есть маленький. Это у нас третья спальня, то есть раз, два, три, четыре спальни, одна была внизу, четыре спальни. Вот это раз, два, три и одна внизу. А это 5. О, еще вот это гардероб. Квартира большая, дорогие зрители. Так что не 5 плюс 1, можно сказать, что 5 плюс 2. Крепость Алания, санузел, третий санузел, и вот гостевая комната, или можно сделать спальню, да, для спальни кровать вот поставили уже место. Цена этой квартиры шестикомнатной 233 500 евро, дорогие зрители. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Все, с вами был Агаси из вроде дождливой Алании. Сегодня 28 декабря.
Всем пока-пока.